25 апреля 1999 года компания Mitsubishi Electronic, более известная по торговой марке Panasonic, вместе с SanDisk и Toshiba анонсировали новый стандарт флеш-памяти Secure Digit, в котором учли все самые последние линии цифровой эпохи. На основе стандарта Secure Digit работает Open Source SD Card Association, SDI. Это самая большая ассоциация, занимающаяся поддержкой производством карт памяти. В их число входят также компании Blackwell, Canon, Casio, Kingston, HP, IBM, Kenwood, Microsoft, Mitsubishi, Olympus, Samsung и многие-многие другие. Встроенный в SD-карту контроллер имеет криптографический модуль, который осуществляет потоковое шифрование записанных на карту данных, что позволило обеспечить защиту авторских прав в соответствии с рекомендациями SDMI, составленными крупными музыкальными гигантами. На корпусе имеется механический переключатель, позволяющий избежать случайного удаления уже записанной информации. Новые карты были призваны бороться с распространением пиратского мультимедийного содержимого на этом виде носителей. По этой причине карты получили свое название «Secure Digit», с английского «защищенные цифровые». Карточка вышла относительно очень маленького размера, с большой емкостью, высокой степенью надежности и высокими скоростными показателями. За счет более толстой пластиковой оболочки улучшена стойкость карты к статическому электричеству. Сейчас практически во всех устройствах, поддерживающих стандарт SD, разъем называется SDMMC, поддерживаемый объем емкости SD-карты не более 4 гигабайт. Существуют различные версии стандарта SD. Версия 1.0 ограничивает объем карты до 2 гигабайт. Файловая система PAL16.12, скорость чтения 7,5 гигабайт, запись 5 гигабайт в секунду. Версия 1.1, объем до 4 гигабайт. Файловая система PAL16.12, скорость чтения 10 мегабайт в секунду, запись 9 мегабайт в секунду. SD2.0, файловая система PAL32. Потенциальный максимальный объем увеличен до 32 гигабайт. Скорость чтения 10 мегабайт в секунду. Запись 10 мегабайт в секунду. Данные карты памяти применяются в цифровых аппаратах, электронных книгах, ноутбуках и многом другом.